Всем привет! Вылетает сегодня у нас пятый домик. Полетел. Поближе сейчас подойду. Вот так вылетает. А что-то они залазят, по-моему. Некоторые. Некоторые залазят. А некоторые вон что-то на этом. На ловушке, да, вот здесь что-то маленько. Вот основная кучка здесь. Садятся на раевню. А может быть, запах остался? Вчера сидел на ней рой. И, наверное, запах остался. И вот они садятся. Вот обошла отсюда. Садятся на раевню. Сегодня 7 июля. Ой, июня. Обычно в июле роятся. Нынче что-то рано пошли. Вчера был один рой, сегодня. Вот так собираются они. Вчера этот дом осматривали, нашли маточник запечатанный. И вот сегодня он у нас полетел. Вот почти все собрались. Вот такой раюшка. Сейчас пойду дымарь разводить. А может, без дымаря обойдемся. Оставим все. Пчелник. В 12:30, в 12 где-то вылетел. Вот вечер. Высаживать пришли. Запускать пчел в домик. Тихонечко сидит раек. Все скучковались. Здесь. Сейчас будем высыпать. Давай, Леш. Достаем аккуратненько. Вот он как уселся. А еще и вот. Ну давай, Лёш. Ну вот, пчёлы. Пошли в домик.
у этого улья большой литок, и им удобно заходить. С самого низа поднимаются и идут в улей. А кто-то совсем не торопится. Вот чуть-чуть еще осталось. Ну вот, все пчелки залезли в домик, посадили их на 11 рамок. В общем, где-то, наверное, 5 или 6 рамок вощины. Ну, где-то примерно 50 на 50 ставим вощину и сушь. И медовая рамка у них стоит. Ну и все. Вот такое вот заселение пчелиной семьи.